Я думаю, ни для кого не секрет, что я являюсь артистом продюсерского центра Ярослава Сумишевского. Я помню, в этом же зале как-то у него был концерт, и я его разыграл, приехал. Мы договорились со зрителями, что он выходит, петь песни, говорит, ну эту песню «Гуси» я пою с Алексеем Петрухиным, но, к сожалению, вы сегодня с нами, он не приехал. А мы договорились, что весь зал будет кричать «Петрухин», и он объявляет, а ребята не знают. И он выходит, такой, ну вот, Алексей Петрухин сегодня с нами нет, он в Москве, но я сейчас исполню, они такие, нет. Петрухин, из залпы, полторы тысячи. Это было круто. Вот. Вы видели? А что вы были, да, на этом концерте? Вот. А что Прищепин был, помните? Смотрели ролик? Да? Ой, что потом было, ой. А я смотрю, как, а вот как-то интересно, вот это Анатолий Прищепкин, я не знаю, что-то надо с ним дальше придумать, как-то какое-то путешествие с ним, что ли, куда-нибудь. Ладно, что-то я заболтался на самом деле. С Ярославом Сумишевским записали песню, называется «А в деревне». Снимали мы ее в деревне, в настоящей. Я напомню, на Гайске там еду, у нас артисты, у нас трактора, у нас машины, у нас рыбчик, в общем, что-то я опять заговорил, что, ребята, поехали, лучше. Мы поехали. Там стол пустой, это не правильно. Закрылись глаза, стоят звездочки на ней. Слышишь, меня ждала городского хулигана. Мы с тобой на беседе, а ты добрый закатчик. Не спеша, ледоком провожаю немножко голова. Растопил лобу, как знаю, добрый голова. И у меня звездочки гитара. Мы с тобой на беседе, а ты добрый закатчик. А в деревне всем не спится, ночь в разгаре пролетится. Под баян и под гитары всем давно подняли пары. А в деревне всем не спится, ночь в разгаре пролетится. Под баян и под гитары всем не слова расхватали. Все идет как раз два.